мокрый асфальт. Ребят, по-любому вы будете задавать вопрос, какие диски стоят на семерке или же какое головное устройство. Хозяин долго не мог определиться, что ему поставить. И в этом нам поможет e-каталог, на котором собраны абсолютно все категории товаров, от гаджетов вплоть до автозапчастей. Заходя на главную страницу, мы можем выбрать, допустим, вкладку авто, затем диски и подобрать нам нужный размер, фирму и цену. Допустим, я ищу диски 17 размера до 7000 рублей за диск. Выходит результат поиска. К примеру, выберу эти диски. Тут же можем посмотреть, где они продаются, а именно где дешевле, и рядом с ценой посмотреть динамику цен. По таблице мы можем увидеть то, что эти диски стоят примерно одинаково каждый месяц. Здесь же выходят похожие диски и сразу же резина на любой вкус. Итак, с дисками все понятно. Давайте зайдем на головные устройства, вкладка автозвук, далее автомагнитолы. Можем увидеть популярные модели, далее новинки, ну и собственно, как же выбирать из всех этих магнитол. Выбираем двухдиновые магнитолы, к примеру, можно и однодиновые, как вам удобно. Выберу я, допустим, Пионер, здесь же можно почитать отзывы о нем или же оставить свой. К примеру, я не могу определиться с выбором магнитола. Выбираю три любых, нажимаю кнопку сравнить, и сразу же в таблице мы видим наглядно все преимущества магнитол. И динамика цен очень выручает, поэтому e-каталог очень полезная штука. Ссылки будут в описании, а мы продолжаем. Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Как я понял по прошлым роликам, доработки вас вам очень интересны. Сегодня решил записать не менее интересный ролик про тюнинг салона и не только ВАЗ-2107, да и классики в принципе в целом. Кстати, если этот ролик соберет в короткие сроки 1000 лайков, запишу вам видео, как сделать в классике интересную консоль и перенести кулису на удобное под руку место. Так что эксклюзив на готове, все зависит только от вас. А сегодня у нас семерочка, конечно же, еще не дособрано до конца, так как такие тачки, если начинаешь дорабатывать, то это затягивается надолго. Поэтому для начала маленькая история, а затем расскажу про все вложения подробно. Очень интересная история, ребят, у каждой машины, которую я рассказываю у себя на канале. Ну и собственно, давайте начнем. Отец моего папы при жизни мечтал купить себе семерку, но мог позволить себе только Запорожец и Москвич. Потом дедушке не стало, и Жигули он так и не купил. Мой папа взял ее в 97 году, купил салона, это была его первая машина, и он хотел таким образом исполнить несбывшуюся мечту своего отца. Нынешнему хозяину было 7 лет, когда он впервые на ней пробовал кататься, как на первой тачке. Затем в 2003 году мы купили Ford Focus 2, и в нашей семье стало две машины. Папа продавать ее не собирался, она ему очень дорога и очень любит эту машину, то есть семерку. До 2007 года она за 10 лет была в таком состоянии, как будто только сегодня выехала с конвейера. Он ухаживал очень сильно за ней, но потом машина перешла к деду, и он ее использовал. С каждым годом автомобиль превращался в москвич для деревни, так сказать. Багажник на крыше, экономия на расходниках, маленькое ДТП по крылу, ну и так далее. Вскоре ее хотели продавать, но нынешний хозяин решил ее купить себе. Так и началась история
история с этим автомобилем. Начнем с того, что у автора есть иномарка, это Mitsubishi Pajero, и семерку взят для развлечений. Бюджет проекта составляет 1 миллион рублей, как он, ну, он вообще хочет вложить в нее. Уже вложено в машину около 325 тысяч рублей. Да, друзья, у каждого свои развлечения, и каждый вкладывает деньги, куда он захочет. Покраска автомобиля занимает последний этап, если кто будет спрашивать за покраску. Он хочет ее красить в кэнди, вот, будет, я думаю, интересный цвет. Хотелось доработать сначала ему салон, ну и внешние доработки. Машина была куплена за 65 тысяч рублей. Старые сиденья не нравились, и были куплены передние сиденья от BMW E46. Вот только закончил собирать салон. Весь пластик собрал, коврики положил, шумоизоляцию положил и сиденья прикрутил. Крепления, вот они, нижние, как будто тут и были. Все стало как родное. Все прям четенько, красиво. Тут крепление под ковриком не видно. Короче, все по красоте. Многие знают, что в Жигулях, вот, чтобы подвинуть сиденье вперед, назад, надо было ручку поднять, надо было дергаться, что аж вся машина трусится, да? Ну, на хороших Жигулях надо ручку поднять и жопой так хорошенько толкнуть. Где вы видели, чтобы на Жигулях сиденья двигались просто при помощи одной руки? Назад с усилием, потому что там пружина, надо потянуть. А вот вперед просто ручку поднимаешь, и она поехала. Ну разве не прелесть? Вышли они около 9500 рублей плюс установка 1500. Подробно все цены вы увидите на драйве, ссылка будет как всегда в описании. И вместо обычных ремней установил ремни безопасности от BMW E39. Далее поставил безрамочное зеркало заднего вида ВАК. Боковые зеркала Lada Granta Liftback. Собственно, можете увидеть подготовку кронштейна, изготовление, крепление, установка и подключение. Все есть на драйве. Кстати, сейчас популярная тема про вот эти Granta Liftback зеркала. Вообще, многие пишут, что что-то колхоз, что-то не колхоз, но все стали устанавливать на семерку эти боковые зеркала. Как по мне, выглядят они, конечно, массивно, но что-то в этом есть. Поэтому, ребят, кто будет писать про автомобили колхоз или нет, у каждого вкус разный. Поэтому каждый человек видит все по-своему.
по внешнему виду тонировка, лобовое, термалка, ультравижн, клима, комфорт 83%, бока и зад 5%. Комбинация приборов GF822 с индивидуальной прошивкой. Наконец-то вышло солнце. Давно было интересно посмотреть, как приборка за тонированным стеклом смотрится на солнце. Ну, скажу, ничего так, нормально. И видно все хорошо. Магнитола TSCC2, она в принципе выглядит в едином целом с приборкой. Вот, еще данной записи нет на драйве, но для вас нашел эксклюзивные фотографии. Бесшумные замки дверей. Кованые диски на лето R16 Slick. Задний диван Mercedes-Benz W211. Это все он планирует установить. Анатомический мультируль Lada Vesta. Задняя оптика получилась очень шикарной и делалась на заказ. Подробно у владельца на драйве. Задний ход.
Как по мне, мне очень понравилась задняя оптика. Lada Vesta руль тоже шикарно выглядит. Но некоторые запчасти он еще не установил, потому что он работает и, так сказать, пару месяцев работает, и время очень мало остается на доработке машины. Вот, поэтому некоторые вещи еще не установлены на машине. Кнопка старт-стоп и бесключевой доступ тоже есть. Короче, вот замок зажигания. Ключи от него где-то. Вон они в углу валяются. Они никому не нужны. Да, вот, кстати, многие, да, забывают там иногда габариты выключить. Уходят, потом приходят, аккумулятор севший, и все, пипец. Ну, допустим, да, вот габариты включены. Ничего не горит. Вместо замка будет стоять вот такая прелесть. Берем. Ничего не работает, правильно? Разблокируем сначала иммобилайзер. Открыли машину. Включаем. Включается подсветка. Все. Подсветка везде работает. Горят габариты, как можно видеть. Нажимаем еще раз. Включаем зажигание. Нажимаем еще раз. Все выключается, и выключаются габариты. Теперь, чтобы запустить машину в любом из режимов, будь то габариты, будь то зажигание, будь то вообще выключенный режим, но снятый с иммобилайзера, нажимаем на педаль тормоза, нажимаем на кнопку, и чудо не произошло. Если аккумулятора не хватает, держим подольше. Машина завелась. Следующим фактом будет нечто круче. Опять, чтобы заглушить, мы нажимаем, ничего. Опять же, нажимаем на тормоз, нажимаем на кнопку, заглушили. Вешаем кнопку, уходим из машины, берем с собой ключи. Закрываем ее. Машина закрылась. Теперь нажимаем. Раз, два, три. Включается подсветка. И машина завелась. В машине никого нету. В замке ключей нету. Ключи валяются где-то там. Опять же, нажимаем. Раз, два, три. Машина заглохла, свет выключился. Как-то так. Ну и, собственно, можете увидеть то, что багажник открывается с пульта, автозапуск. Короче, все, что возможно для комфорта, установлено здесь. Плюс еще передняя оптика была доработана в фарах, то есть замена заводских фар. И светит очень отлично. LED-туманки в бампер от Ford 150 уже установлены, светят отлично. Задний PTF бампер от Lexus GX470, можете сейчас увидеть фотографии. Ну и в машину много чего куплено, много чего ожидает установки. Мотор владелец хочет собрать как в красной семерке, которая была у меня на обзоре. Кто не помнит, оставлю ссылку в описании на видос. А тачка получается очень прикольная. Я надеюсь, вы для себя взяли что-то на вооружение, поэтому поддержите труды автора
лайком и мой видос тоже. Пишите комментарии, что вам больше всего понравилось. Если у вас есть интересные проекты, присылайте мне ВКонтакте или же Инстаграм. И обязательно, пацаны, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, пацаны.